Президенты, министры и депутаты школьных дум, лидеры ученического самоуправления собрались на базе оздоровительного лагеря «Волна», чтобы обсудить дела насущные. В слете приняли участие представители 25 городских и сельских общеобразовательных учреждений. Работали сразу несколько тематических площадок. Специалисты молодежной политики провели мастер-классы по социальному проектированию, информатизации проектной деятельности и работе в школьном самоуправлении. Сейчас методы вот этих проектов социальных – это очень актуально. Сейчас любая, как говорится, проблема, любое новаторство, все начинается с проекта. Да? Поэтому мы сегодня сделали акцент именно на этом. Но главная все-таки наша сегодняшняя цель, которую мы преследуем, это создание школьного районного парламента. По итогам слета будут избраны 8 школьников, которые войдут в районный школьный парламент и будут работать в нем в течение года. В ученический законодательный орган по замыслу Комитета образования Выборгского района войдут самые активные ребята. Впрочем, надо отдать должное, в городских и сельских общеобразовательных учреждениях уже несколько лет развивается школьное самоуправление. Созданы президентские советы, парламенты и думы. Так, в Первомайской школе ученики выбирают президента и министров уже более 10 лет. Буквально на днях там завершилась очередная избирательная кампания. Пост президента школы занял Никита Темирев. В первую очередь мы сейчас установили радио в школе. Потом мы хотим вести новые конкурсы или мероприятия. Пока что я над этим не очень сильно задумывался, но все-таки я все это благодаря моим помощникам реализую. Ребята рассказывают, борьба между кандидатами развернулась действительно острая. Диана Алиева, экс-президент школы, уступила кресло новому кандидату и была избрана министром культуры. Сейчас у нас разработка программы ко Дню Учителя ведется. Затем хотим продолжить уже это, завершить все Днем Ученика. И как бы сейчас эти два самых ближайших мероприятия, которые мы подготавливаем. Появился президент и у школьного военного музея. Андрей Зарубин планирует оборудовать еще один зал, где все желающие могли бы изучать финскую технику и вооружение. Наш музей занял первое место во всей Ленинградской области. В рамках слета каждая команда имела возможность представить модель ученического самоуправления своей школы. Пели, танцевали, показывали интерактивные презентации и делились опытом. По мнению организаторов, главная цель слета была достигнута. Ребята из различных населенных пунктов имели возможность познакомиться и пообщаться. Выпускник Выборгской гимназии, ныне депутат Законодательного собрания области Владимир Цой, позавидовал сегодняшним школьникам. В годы его учебы подобных мероприятий не проводилось. Я думаю, что в течение сегодняшнего дня, вне зависимости от тех формальных результатов, которые вы достигнете, один самый главный результат уже налицо. Вы познакомились и вы начали общаться. С этим я вас поздравляю, это очень-очень дорогого стоит. Возможно, вы когда-нибудь через 5, 10, 20, 30 лет будете вспоминать эту встречу как начало большой дружбы, большого сотрудничества, может быть, большой любви. В следующем году Комитет образования Выборгского района проведет слет лидеров ученического самоуправления совместно с Комитетом спорта, культуры и молодежной политики. А это значит, активных мальчишек и девчонок ждет еще более насыщенная и интересная программа. Вероника Когут, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город».